Один из крупнейших инвестиционных банков, Morgan Stanley, планирует изучить потенциал технологии блокчейн. Инвестиционный пессимизм относительно блокчейна и криптовалют отошел в прошлое, и сегодня инвесторы оценивают крипторынок как достойный внимания. Сегодня банк Morgan Stanley разместил в LinkedIn вакансии, связанные с анализом рынка акций, в которых знание криптовалют является плюсом. Напомним, что в январе 2018 года аналитики банка называли майнинг криптовалют удачной бизнес-возможностью для разработчиков возобновляемых источников энергии. А генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман назвал биткоин, без сомнений, больше, чем просто увлечением.